Здравствуйте, с вами снова Фиоранес, и сегодня начинаем прохождение Assassin's Creed Одиссея. Хотя, зная немножечко про эту игру, мне кажется, название Assassin's Creed можно смело отсюда выпиливать. Будем называть ее Одиссея, ну или Титан Квест 2, кому как больше нравится. Так, репак я вроде скачал опять с разными DLC-шечками. Ну вот да, судьба Атлантиды — это вроде как раз таки DLC. Музычка здесь прикольная. Но надо ее сделать немного потише. Ну, пускай вот так вот все будет. На 80. На 80 тормознем. Так, вроде Каев. Новая игра. Поехали. Мне довелось познать только жизнь солдата. Короче, самое начало видоса что-то похерилось, молясь. Не знаю, я бы хотел диски поработать с сыном. Буянят. Но-на. О, поскольку это Леонид, я подозреваю, пора это 300 спартанцев. Пойдем персов пинать. А, ну да. Судя по знакам на кораблях, это персы. Не знаю, как вот это символ у них называлось. Каждый вдох, что вы делали, вел к этому моменту. Каждая капля крови, пота и слез мои, ваши, приближали этот день, этот час. Персы пришли, чтобы сделать из нас рабов. И вот что я думаю. Давайте напоим богов их кровью! Ну что, спартанцы? За сыновей! За дочерей! За Спарту! Пошла жара. Кстати, боевочка как-то поприятнее смотрится. Какие-то новые эти подъехали. Опа, пошел нахер. Красота, мне нравится. Кстати, слышал, что вроде бы Odyssey поприятнее Origin. Хотя в целом мне Origin тоже понравилось. Плохая игрулька. Интересно, а здоровье само восстанавливает или нет?
Охренеть, я бы уже устал. А какая у меня задача-то? Отпинать всех этих? А, может быть, вот этого 40-го надо забрать? Там какая-то точка. А там-то что за точка? 6000 метров. Давайте, парни, они рано или поздно кончатся. Боговалось, что ли? Кривую версию опять скачал. Я до этого одну скачал, короче, она на скольких-то там процентах сдохла, а нет. Окей, но живое. На установке еще. Смертный, что ли? Какой-то генераль. Ничтожество! Умри во славу Ксеркса! Захват цели, конечно, такой себе. Я принесу Ксерксу твою голову, спартанец! Попробуй! Твой рот прервется сегодня, спартанец! Я напьюсь твоей крови, а птицы выклюют тебе глаза! Попробуй и падешь! Ксеркс, царь царей! После боя все склонятся перед ним! Давай же! Хватит злоб! Ты умрешь! Даже мой сын дерется лучше тебя! Я убью тебя! Ты на костер его давай. Мы спартанцы! Нас предали, мой царь. Ксеркс узнал о тропе в горах. Они идут. К рассвету вы будете полностью окружены. Мы спартанцы. Нам не привыкать. Спартанцы. Это слово забудут. Когда Ксеркс сотрет ваш народ с лица! Это был день, который персы не смогут забыть! А завтра будет день, который запомнит всех живущих! Ну, опять ты. Ух ты. Надо же, Лейла. Думаешь, то самое копье? Ну, конечно. Книга лежала буквально на нем. Впервые в жизни мне так повезло. Ладно, запускай.
А этой штуке можно доверять? Ну, книга могла... Запускай, Виктория. Как скажешь, босс. Сейчас включу. Ну, хоть не в пещере, как в прошлый раз. Powered by Abstergo. Обрати внимание, с прошлого раза кое-что изменилось. За технологическим прогрессом в наши дни не угнаться. Если не боишься, я включу максимальную сенсорную синхронизацию. Так, ну мы пойдем на обычки, как обычно. Давай не будем торопиться. Тем более на хардкоре, мне кажется, если будут такие же боссы, как в Origin, я не вывезу. Тут показано, сколько информации ты получаешь, находясь в анимусе. Чего? Классический режим игры, отметки отображаются всегда, и игрок автоматически получает информацию о целях и задачах. Новый режим игры. Игроку необходимо исследовать мир, чтобы раскрыть местоположение цели, отыскать места выполнения заданий. Исследовать мир. Ой, не. Это опять типа допки. Мне нужна вся информация, что есть. Я не собираюсь блуждать там вслепую. Как скажешь. Это, наверное, что-то типа как первую часть. Я уже рассказываю, сам пробую проходить на Ютубе. Может изменить все. Источник этой информации весьма ненадежен. Хоть Геродот и историк, в его трудах говорится и о магии, и о воле богов. Он не Гомер. Типа с отключенным этим интерфейсом играть надо. Его тексты гораздо более достоверны, чем кажется. Если мы хотим найти артефакты Ису, почему бы не довериться человеку, который был знаком с их потомком? Знаю, но... Доверься мне. Возможно, ты права. И копье, и книга ничего не стоят. Но если вдруг нет, нельзя позволить Абстерго выяснить это первыми. Ты права, да и терять нам особо нечего. Но есть одна проблемка. Какая? Рукопись, мягко говоря, в неважном состоянии. А образцы ДНК на копье принадлежат двум разным людям. Какой цепочке ДНК мы будем следовать? Выбор за тобой. Это, конечно, бредятина небольшая. Но, как я и говорил, я, наверное, буду за Кассандру. Лёха, конечно, тоже брутальный, но за девушек не так часто играем, как я уже и говорил. Давайте она за Кассандру. Она поможет нам в поисках. У меня хорошее предчувствие. Порядок, босс. Мы готовы отправляться. 431 год до нашей эры. Начало Пелопоннесской войны. Удачи. Не хочу пугать, но наши судьбы в твоих руках. В этот раз мы одолеем Абстерго. Если Геродот не ошибся, и мы действительно найдем артефакт, ассасины смогут возродиться вновь. Ты справишься. И еще, Виктория, прочитай книгу. Она содержит разгадки, которые понадобятся мне позже. Да, капитан. Остров Кефалиниум, 431 год до нашей эры. Циклоп шлет тебе весточку. Передай, пусть засунет ее козе. За ту неделю! Малака! Циклоп сказал, ты беспощадна. Так нападай!
Только подойди чуть ближе. Пора бы знать. Клоп всегда получает свое. Ты получишь. Если циклопу так не имется, пусть приходит сам. Не надо злить циклопа. Зато каждую неделю такое. Я так больше не могу. Спасибо за помощь. Ах. Что с тобой стряслось? Ничего. Все уже в порядке. Снова циклоп, да? Неужто он не выучил урок? Как видишь. Конечно. Не стесняйся. Тоже хочешь есть, Икар? А как ты думаешь, Зевс даст мне орла, так же, как тебе, Кассандра? Может, попросишь его? Хрена себе. Выбор появился. Я замолвлю за тебя словечко. Дождалась. Ну, зачем ты тут? О, чуть не забыла. Тебя ищет Маркус. А, чего еще хочет этот плут? Не знаю. Просит навестить его в новом доме. У виноградника. Что? Виноградник? Малака. Он у дороги в Сами. Теперь Маркус разбогатеет. И давно у него виноградник? Со вчера, кажется. Так Маркус должен мне, но скупает виноградники? На чьи деньги? Не знаю. Да твои. Ну, думаю, надо зайти к нему. Спасибо. Ты только что поела. Еще и денег. Я скажу ему, что ты придешь. Решение. Выбор, который вы делаете, может иметь как очевидные, так и неочевидные последствия. Вопрос дня. Если мы смотрим историю предка в анимусе, почему мы делаем выбор? Ладно. Забыли, что это Assassin's Creed. Так, взвешивайте свои решения, так как некоторые из них повлияют на сюжет, и их нельзя изменить. Пусть уёбывает, чё. Довольно. Скажите, они мне ничего плохого уродцу, не сделали если сейчас. Если он пришлёт вас снова, я скормлю его единственный глаз своему орудию. Пойду к Маркусу. Вот только оденусь. А сейчас ты чё, не одетая, что ли? Так, нам каких-то шмоток надавали, но это на 5-й левел. Shift, чтобы подняться. Короче, надо будет переделать управление, как у меня было в этом. Надену, пожалуй. Origin. А, ну выглядит примерно так же. На шлем ни хрена, здесь ни хрена. Вот это вещь. Чё? Стоп. Феба опять спала здесь, бедняжка. Ей некуда податься. Ну, выглядит, кстати, прикольно. Нравится.
О, здесь есть shift, что ли? Не пойму. Мне не видно, чтобы она быстрее бежать начинала. Вон она! За ней! Клянусь, Араши, мы тебя убьем! За то, что я пощадила вас? Грубиян. Понятно. Что-то новенькое. Какие-то ядовитые бомбы. Нахрен ее подобрать? Я обобрать думал. Кто стреляет? А. Блока, я так понимаю, здесь вообще нету, да? Железо. Вот его виноградник. Впереди. Вот. Посмотрим, во что ты вляпался на этот раз, Маркус. Ля, красиво тут. Маркус, послушай меня. Так нельзя. Что? Я тут главный. Сажаю, что хочу. Здесь виноград погибнет. Причем весь. Забудь все, что ты знаешь о прошлом, друг мой. Вместе мы совершим переворот виноделии. Поверь, ты еще вспомнишь об этом дне. Кассандра, слава богам! Феба тебя нашла! Я тебя слышу! Я волновался! Тебя ищут люди Циклопа! Ты в опасности! Жаль, что твое предупреждение запоздало. Но это не важно. Ты купил виноградник, Маркус? Виноградник? А что? Я люблю вино, ты любишь вино, все любят вино. И все покупают вино, а я продаю. Ты ведь ничего не понимаешь в виноделии. Я быстро учусь. Сажаешь виноград и делаешь вино. Да, именно так. Ты должна понимать, что у меня есть план. У Маркуса всегда есть план. Ладно, ты можешь вернуть мне деньги? Могу ли я вернуть тебе деньги? Конечно, конечно. Хотя нет, то есть не сейчас. Так... Достань их. Конечно, Кассандра, конечно. Но, может, ты сама? Забери их у торговцев сами. Я в таком не силен, сама знаешь. Я должна отнять свои деньги? Они заждались тебя в сами, друг мой. Что за торговец? Дурис, ты знаешь его, он славный. Ты выжил из ума? Не давай ему деньги. Он всегда возвращает. Если его припугнуть. Именно, это в общих интересах. У Дориса есть деньги, у тебя работа, у меня процент. Кефалиния изумительна, правда? Надеюсь, мои деньги у него. Жаль продавать наш виноградник. Считай, что деньги у тебя. Потом нам нужно будет обсудить кое-что еще. Потом. Ладно, но я возьму коня. Жарко, да и далеко для пешей прогулки. Но... Подумай о выгоде, Маркус. Это в общих интересах. Верно, друг мой, верно. Можешь выбирать. Черненького нет. Жаль. А что справа? Мне нравится конь справа. Он из Македонии. Боевой скакун. Как раз для воина. Расскажи мне об этом.
Он со Скироса. А ты знаешь толк в скакунах, друг мой. Этот конь карабкается по скалам, как козел. Тот, что в центре. Расскажи о нем. О, ты выбрала красавчика. Он родом из Салоников. Ему неведом страх. Короче, я беру правого. Как он мне понравился, по-моему, самый топчик. Справа. Вон тот. Справа. Македонский. Назову тебя Буцефал. Чудный выбор, чудный. Но у этой породы есть пара странностей. Не хотелось бы, чтобы тебе достался такой конь. А какие странности-то? Вот это. Не-не. Ты уверена? Ведь... Я уверена, Маркос. Все выигрыши, всем хорошо. Это сам великий Фобос. Он никогда не подводил. Фобос. Приходи к храму в Сами, когда ты получишь свои деньги. А, Эфтерпа, вина еще достаточно. Не бойся. Не сейчас, глупец. Фебу похитили. Кто? Прихвостни циклопа, кто еще? Утащили прямо с дороги. Куда они пошли? В сторону пляжа Ктимены. К пляжу? Она умеет плавать? Я найду ее. Да, иди. Но не забудь про Дуриса, Кассандра. Давай. Элла. Да этот тоже вроде неплохо скачет. Так, еще какие-то заданьки. Так, никакого ускорения нету. Окей. Вот они. Я подкрадусь к этим Малакас. Отпустите! Молчи или затяну веревку! Получим за нее выкуп для циклопа. Никто меня не выкупит! Все бедные! Помолчи, Феба! Так, пригнитесь, спрячьте в зарослях. Я спрячусь в этой траве. Пытайтесь быстро убить ничего не подозревающего врага на F. Окей. Нельзя дать остальным Малакас уйти. Да, здесь даже скрытого клинка, по-моему, насколько я знаю, не будет. Это не птица. Сюда. А? Кто тут свистит? Так, этот же отвернут, да? Да, отвернут. Маркос. Нужно увести Фебу. Кассандра, я тут. Спасай. Сейчас, подожди. Спасение дело хорошее, но сначала полутаться. Ты жива? Да ничего, в тот раз мне рот заткнули тряпкой, чтобы не кусалась. Феба, будь осторожна. Ты теперь одна, ведь... Родители мертвы. Но у меня есть ты. А у тебя я и Маркос. Мы твоя семья, да? Флэшбэки пошли. Используй все свои навыки! Не сдавайся! Борись!
Давай! Ну! Да, отец. Спартанец встает сразу, как упал. Подними его. Ноги шире. Солдат не должен упасть. Да. Да. Нападай. Довольно, Николаус. Солнце садится. Пора поесть. Согласен? Что мы будем есть? Предлагаю съесть малыша Алексиуса. Он ведь такой вкусный. Нет, не его. Лучше меня, я вкуснее. Да, да, ты сладкая, как мед. Давай, идем. Мясо сгорит. Вот. Уложи его спать. Да, отец. Кассандра. Ты моя главная гордость. Не забывай. Ты принесешь нашей семье славу. Иди. Переживай. Чтобы быть как ты? Главное присматривать друг за другом. Кстати, те типы об этом говорили. И что? Циклоп объявил за тебя награду. Талос хочет тебя убить. Талос? Наемник? Когда же все это закончится? Лучше тебе опередить его. Говорят, он очень жестокий. Я найду дорогу в город. Спасибо. Талос, значит. Только этого не хватало. Так, охотник за головами выслеживает вас. Придется мне разобраться. За вами охотятся. Охотники за головами, такие как Талос. Это враждебные наемники, которые будут выслеживать вас до тех пор, пока за вашу голову объявлена награда. Обычно вы можете заплатить их нанимателю. Однако откупиться от циклопа нельзя. Открыть окно наемников. Я так понимаю, всех надо будет со временем приструнить, да? В меню наемник можно узнать вашу позицию в рейтинге наемников. Бонусы на каждый. Поскольку Талос выше вас уровня, следует избегать его до тех пор, пока у вас не будет достаточно сил, чтобы с ним сразиться. Понятно, опять надо левел качать. Ни хрена там суровый типчик. Короче, что-то типа мини-боссов, я так понимаю. Бой с Талосом. Ну, это нам явно рано. Смотри, какой-то он лютый. Красиво. Опять лодочки. Интересно, а ко мне детская капуста опять будет приплывать? Вот куда ж я без него-то? Сами. Дорис у себя в лавке. Кассандра? Рад видеть. Здравствуй, Дорис. Дела идут в гору? Скажи Маркосу, чтобы он приходил за деньгами сам, а? Но я уже здесь. Слушай, я просрочил выплату. Теперь Маркос требует от меня двойную сумму. У меня столько нет. Ты должен был подумать об этом, когда брал деньги. Но моя семья... Жарко, я зла, и ты заплатишь. Сам знаешь.
Вопрос в том, что пострадает первым? Ты или твой товар? Скажи Маркосу, что я заплатил сполна. Я не склонюсь перед наемником или перед глупцом, что рискнул занять деньги у циклопа. У циклопа? Вот как он купил виноградник. Слушай, я знаю, Маркос тебя спас. Забрал с улицы, когда ты была ребенком. Но пойми, он сошел с ума. Малака. Но ты все равно должен мне деньги. Смирись. Циклоп схватит тебя. И убьет вас обоих. Что ж. Эй, нет, мой товар! Ладно, ладно, заплачу, хватит. Ладно. Давай, плати. Деньги твои. Уходи. Приятно иметь с тобой дело. Забудь мое имя. Не хочу, чтобы циклоп потребовал от меня вернуть ваш долг. Ты сейчас занята, Кассандра? Странно, я что-то думал, драхма это индусское что-то. Так, а мне куда надо-то? Вернитесь к Маркосу. Сюда? Твое время на исходе. Скоро циклоп придет за тобой, ему нужны деньги. А можно мне отсрочку? Циклоп раздавит тебя сразу, как вернется на Кефалинию. Если ты не понял. Ну уже грубить ни к чему. Ты не можешь прятаться за своей чудо-мистией вечно. Он убьет тебя, ее и мелкую девчонку тоже. Понял, конечно, я найду деньги. Славно, иначе циклоп скормит тебя своим козом. Ага, Кассандра, судя по твоей улыбке, Дурис отдал тебе деньги. Улыбки? Я узнала, где ты взял деньги на виноградник. Ты совсем с ума сошел? Мы можем вернуть деньги, правда? Уверен, можем. Ты дал глупое обещание, Маркос. Невыполнимое. Но ведь ты непобедима. Возможно. Но ты нет. Были времена. Помнишь, какие? Простые. У меня было все, а у тебя, юная, одинокая, ничего. Я подарил тебе мир. Открыл для тебя Кефалинию. Опять флешбеки пошли. Алексиус! Ubisoft представляет? Нет. Не сегодня. Мне нынче достался улов. О! Ха! Есть хочешь? Может, договоримся? Я помогу тебе. А ты пару раз поможешь мне, и все выигрыши. Это лучшее предложение. А? Подумай. Стой! Кефалиния.
Ну и дар. Без меня ты была никем, но ты прошла долгий путь. От бродяги до мистии со своей лачугой. А теперь циклоп отнимет у меня все. Я не смогу всегда защищать тебя. Меня убьют. О, не бойся его, ты справишься. Как мне победить его? Чем сразить? Ржавым копьем? Старым луком? Вот ты где! От меня не скрыться, прячась в храме, Маркус. Друзила, я только тебя вспоминал. Правда? Мне нужна древесина. Новые луки покорят весь остров. Но я не могу справиться с разбойниками, что мешают поставкам. Конечно, не можешь. Я как раз сводил мою подругу Кассандру в курс дела. Она уже придумала, как тебе помочь. Ну что, не буду говорить. Она молчалива. Без разницы. С разбойниками нужно покончить. Срочно. Чудная мысль. А мне пора спешить домой. Кассандра, я придумал, как разрешить нашу дилемму. Приходи, как будет время. Нужна древесина? Почини сначала мой лук. Обычно я плачу после, но это дело ползет, как улитка. Идем за мной. Я стану богатой, как крёс. Луки так хороши. Грядет война. Афининам нужны хорошие луки, чтобы одолеть Спарту. Афининам? По-моему, афинянам правильно. Ну да. Ты что, Маркус? Не надоело подбирать крошки? На этой войне можно разбогатеть. А еще я слышала, ты спартанка. Это было давно. Мой дом Кефалине. Давай сюда. Держи, как новенький. Лук, достойный самого Геракла. Попробуй. Стреляй по этим мишеням. А стрелы бесконечные, так понимаю? А, нет, конечные, 40 штук. Окей. Меню способностей. О, вот это интересно. Ух ты. Получение уровня. Зарабатывай опыт. Вы повышаете свой уровень, получаете очки, которые можете тратить. Становится со временем. Так, мягкая кожа, железо, древесина, оливы. Древние таблички, обсидиановое стекло, драгоценные камни. Ага, нужны опять уровни. Идем снизу вверх. А это, я так понимаю, как раз таки, что я хочу набирать на эти самые, что ли? В дальний ближний бой. Так, выберите эту способность, чтобы использовать. Можно освоить пинок. Пинок мне понравился, берем. Так, ячейки в многих способностях, которые добавляются при нанесении урона, успешном увороте или парировании, а также при совершении некоторых других действий. А пинок поставим... Давайте на двоечку, поудобнее нажимать будет. Так, град стрел. Выстрел хищник. О, вот эта тема. Вот это я люблю. Вот это с прошлой части офигенская. Надо будет вот это еще изучить. Убийца из тени. Чтобы еще и оглушить. Отравляющие удары. Озарение. Взгляд Афин покажет все, что скрыто в радиусе 15 метров. Раньше не надо было качать. Я понял, теперь надо. Так, если вас заметил противник, замедлите на 5 секунд. Ой, блин, вот эти замедло, нахрен. Усиленный мощный удар. Ну и рывок. Ну, короче, ладно, со временем посмотрим. Так, а чё, куда мне? У вас есть несколько заданий. Время возвращать долги. Да, задание Одиссеи. Без сучка, без задоринки.
Ну, допустим. Я что-то не пойму. А, с ней потрещать надо? Договор. Добудешь древесину? Разбойникам пора потесниться. Договор. Я тебе помогу. Наконец. Маркусу очень повезло, что у него есть ты. Я прогоню разбойников. Уж постарайся. Я так понимаю, остальные диалоги, где мне их искать и все такое, как раз-таки для прохождения в другом этом. Я разберусь с разбойниками и в два счета верну древесину. В другом режиме исследователя. Потерпи. Я все сделаю. Знала бы ты, не, ну может быть и режим исследователя прикольный, но мне кажется, это настолько сильно растянет игру. Я тебе помогла, теперь пришла твоя очередь. А учитывая, что мне и так надо все допки делать, ну, хызы. Что случилось во время нападения? Здесь много следов. Группа людей ушла на запад. А, ну да, взгляд Афин тоже надо груз прокачать. Груз забрали, повозку бросили. С такой ношей вор не мог далеко уйти. Еще-то. Убит выстрелом в спину. Дело рук разбойников. Думаю, это и есть лагерь разбойников. Так, там этот чертиво идет, ну его нафиг. А хотя можно попробовать помахаться, кстати. Вдруг убью. Он, по-моему, третьего уровня. Нет, он пятого. До свидания. Понимаю, тоже охотиться надо будет, наверное. А, орлик помогает, но за убийство за орлика ни хрена не дают зато. Мягкая кожа. Нужно подкрасться. Понял. Псина. Так, я так понимаю, нас в этой игре еще собачки палить будут, да? Так, а кто еще шмаляет? Ты что ли? Молодец. Кстати, нет, от скилла не идет. По-моему, нифига.
Да. Что там, я помню, в Origin было по 2-3 монетки, что здесь. Захвачу немного древесины. Старуха не поверит мне на слово. Нет, нужно сбить огонь. Понял. Так, перчатки наемника. Какие-то шмоточки дали. Так понимаю, здесь еще и шмоточки самому собирать, а не прокачивать. Так, снаряжение, перчатки. Отлично. На ноги тоже ни хрена нет. В сумке какой-то хлам. Ладно. Паучара. Подбой. Бабус, давай. Интересно, если другую лошадь взять, ее как звать будут? Тоже Фобус? Только характеристики чуть-чуть другие, типа. Это же воительница Маркуса. Ха, неужели ты выполнила мою просьбу? Я нашла разбойников и отправила Каиду. Дерево скоро прибудет. Ты правда думаешь, что я поверю наемнице? Я подозревала, что ты мне не поверишь. Так что вот, убедись сама. Образец твоей особой древесины. Мне пришлось нелегко. Надеюсь, твои луки будут достойны Аполлона. О, боги! Ты точно от Маркуса? Он никогда не держит слова. Не верится. Мы разные, хоть и работаем вместе. Я верна слову. Бери плату. С Маркусом не делись. А я и не собирался. Так, ну пойдемте еще к Маркусу заглянем. Тогда потом уже на сегодня закончим. Так, ну к Маркусу, мне кажется, будет быстрее. Ну да, самому по горам. Бля, мне вот интересно теперь, а лошадь, которая по скалам, типа, карабкается, она как ассасин там погнала наверх, типа... Интересно было бы проверить, ну ладно. Боевой так боевой. Может, потом еще можно будет поменять. Ну, куры. Вот и ты! И как раз вовремя! Я победила разбойников и добыла древесину. Я в тебе не сомневался, друг мой! Ну? План есть? Итак, я должен свести счеты с циклопом, как и ты, моя непримиримая подруга.
Он бы не искал меня, если бы не ты, друг мой. Точно. Но, клянусь, я покончу с этим. Раз он не хочет отзывать своих головорезов, мы сделаем так, чтобы он пожалел об этом. Что ж, излагай. Что мне делать? Ты хотела сказать нам. Я умней и буду тебя направлять. Так что мы команда. Ну, конечно. Скажи, чем дорожит циклоп? Людьми? Землей? Судами? Нет, обсидиановым глазом. Ближе к делу, Маркос. Ладно. Мы украдем его. Ты тронулся? Сначала деньги, теперь его глаз? С ним мы победим и разбогатеем. Мы убьем двух зайцев одним глазом. Будет сопротивляться, лишится обоих глаз. Нет, нет! Нельзя, чтобы циклоп тебя заметил. Действуй скрытно. Значит, мне пригодится мой новый лук. Циклоп хранит глаз дома, так как очень дорожит им. Мудрое решение, но ты преподашь ему урок. Дождись заката, прокрадись в дом и укради глаз. Ладно. Но в этот раз не жадничай. Что? Зря ты так, Кассандра. Это твоя сущность. Принеси мне глаз и поймешь, что заблуждаешься. Не забудь, не выдай себя. Помню. Если ты справишься, циклоп не отрежет нам головы, когда вернется. Отличный план. Надежный, как швейцарские Осталось часы. Осталось найти глаз. Если он такой ценный, наверняка его спрятали. Кстати, так смотрю, островок, походу, не самый уж и большой. Ну и, скорее всего, потом сюда еще возвращаться. Во. Железо. Возвращаться сюда по-любому еще будем. Глаз, я тебя вижу. Нужно укрыться. Если не шуметь, можно затаиться в кустах. Кар. Так, тут люди, тут люди. Тут еще. Вот этого, я думаю, выпилить надо. Там еще пачка. Сундучок. Понято. Малака. Глаз так тщательно охраняют. А лучше не выдавать себя. Сагуи. Вот это прилетело. Дом олимпийцев. В доме олимпийцев можете потратить орехаук. Олимпийские дары или особые товары с Аргона. Обновляется. Чё, с самого начала? Если не шуметь, можно затаиться в кустах. Блин, да серьезно. Опять все метки эти выискивать.
Малака? Глаз так тщательно охраняют? А лучше не выдавать себя. Зеленые яблоко. Это интересно для чего? Здравствуйте. А глаз-то вообще где? Найдите глаз в доме циклопа. А-а-а. Давай, спрыгивай. Чё ты? Давай, давай. Чего они мне так много урона наносят? Так, а в дом, судя по всему, один вход всего лишь, да? Так, это капитан. Куда отсюда лезет? Ладно, я надеюсь, он меня не увидит здесь. Ля, вот это ляшки. Наташки. Мирный, что ли? То я ему втащить уже хотел. Блин, хоть монет, что ли, побольше давали, не знаю, по десяточку. Заметил-то. Я вроде всех устранил. Там ничего нет, братан. Блин, я только одного не понимаю, почему реально по мне так сильно бьют. Ну реально, 4 удара и я труп. В Dark Souls так сильно не унижают. А, я думаю, это нашарил, думаю, чё прилетал. Кожа пригодится. По-любому или что-нибудь крафтить или апгрейдить надо. Иначе бы ее не вводили. Снаряжение лучше, чем надетое. А это я потом тогда посмотрю. Давайте сейчас посмотрим диалог. Сегодня все. Ubisoft сегодня, видимо, представлять ничего не будет. Боги! Надо разобраться.
Эй, осторожно! Ты знаешь, сколько там было охраны? Поверь, если я это слышал, все слышали. Я ведь просил не шуметь. А все проклятый камень. Продав этот камень, можно купить дом. Купить дом, да, а вернуть долг циклопу нет. О, не грусти. Вспомни, как было весело. Да? Кому как. Мне не нужны неприятности, Маркус. Все получится, поверь. Зачем мне лгать? Я лучше промолчу. Возьми глаз, но не продавай. Торговцы не поверят, что он наш по праву. Все знают, кому он принадлежит. Да. Чем в глазницу, лучше к нам. Думаю, хватит на сегодня. До встречи, Маркус. Стой! Прибыла лодка. Я вижу ее впервые. И? В нашем городе таких красавиц нет. Думаю, это циклоп с друзьями. Вернулся? Я когда-нибудь вздохну спокойно. Убей их! Одной заботой станет меньше. К тому же с виду его люди богаты, как крёс. Им хорошо платят. Сплошная выгода, друг мой. И правда. Мне нечего терять. Брось! Тебя никто не одолеет. Говори, где они? В заброшенном доме на восточном берегу. Кто знает, какие сокровища он таит. Отправь их к Аиду, забери все, и мы богаты! Часть сокровищ я оставлю себе, так и знай. Не пытайся спорить. И не драхмы для того, кто послал тебя. Остатки в уплату долга. Никак иначе. Что ж, ладно. Пусть знают, как у нас заведено. Или пролей кровь, или умри. Ладненько, продолжим в следующий раз. Сейчас с вами был Филранес. Всем пока и до новых встреч.